Когда ты обратился ко мне, я подумал, что, наверное, сошел с ума, раз со мной разговаривают собаки. Петя помог мне, и с того дня мы партнеры. Это может повлечь непредсказуемые последствия. И это мне говорит тот, кто раздвоил вселенную. Петя! Упс. Что делать будем? Поехали. Ты уже поздравила Свету с Нюхой? Она просила сегодня обаздывать. Я не могу. Мне домой надо. Дедушка, ты в порядке? Этому миру конец. Я, между прочим, победитель динозавров и спаситель Атлантиды. Да ему экзорцист нужен. Шайтан, говорящий собака!